сейчас Журавлев виртуозно играет марш Баха. У 7-летнего мальчика музыкальный слух. Пошел по стопам папы и старшей сестры. В республиканском конкурсе имени Оловникова пианист участвует впервые. Однако завораживает с первых нот. Перед выступлением меня поддерживала учительница, поэтому мне было легко выступать. Я люблю играть на пианино, потому что мне приносит это удовольствие. Республиканский конкурс пианистов проходит в Бобруйске в 7-й раз. В детскую школу искусств номер 2 съехались 100 маэстро. Возраст участников от 6 до 19. Особая конкуренция в этом году у старшей группы. Каждый год этот конкурс приносит новые открытия. Очень довольны всегда участники, очень теплая атмосфера. Для меня, как представителя семейства Оловниковых, это очень-очень ценно. Молодые дарования выступают в номинациях соло и фортепиано и ансамбли. Участвуют дуэты, трио и даже квартет. По каждому направлению отбирают лучших лауреатов. Кстати, многие победители прошлых лет стали стипендиатами специального фонда президента. Ребята, которые стали победителями, им вручается статуэтка очень красивая у нас есть. Она уже традиционно на протяжении всех лет. Это обязательно диплом. Имя Владимира Оловникова детской школе искусств номер 2 присвоено еще в 97-м. Учреждение образования знаменито не только направлением фортепиано. Здесь обучают игре на разных инструментах от скрипки до аккордеона. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.